С 8 января по 2 февраля проходит слаживание расчетов артиллерийских подразделений и минометной батареи войсковой части 30-238. К настоящему времени солдаты-срочники уже освоили теоретические знания и выполнили тактические стрельбы с гаубицы Д-20 и миномета 2Б-11. Опытные офицеры контролировали процесс. Следующим этапом боевой подготовки артиллеристов станет выполнение огневых задач в составе взводов. С артиллерийскими подразделениями и минометной батареей в период с 8 января по 2 февраля проводится слаживание расчетов. На завершающем этапе слаживания расчетов выполняются тактические стрельбы. Задача 1А из орудий Д-20 и 120-мм полкового миномета. Мы выехали на полигон стрелять из пушки гаубицы Д-20, выполнять задачу 1А. Сегодня был у меня первый выстрел, на который я выстрелил на отлично. Эмоции, конечно, зашкаливают. Этот выстрел, грохот, даже не передать словами.